about the door. You can see the tower on the inside of the real-time mode. On each side of the screen, you can see high-speed height meter. On the opposite wall, there is a shield with blue indicator, which lets you watch the place of our current location. Astarkina TV Tower is the best place to see Moscow from edge to edge. Welcome to Starkina TV. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на Останкинской телебашне. Скорость лифта составляет 7 метров в секунду. Время в пути 58 секунд. Обратите внимание на экран, который находится над дверью. В режиме реального времени вы можете увидеть башню изнутри. По обе стороны от экрана идет стремительный отсчет высоты в метрах. На противоположной стене изображена схема с голубым ребенком. Она позволяет отслеживать, в какой части башни мы находимся. Останкинская телебашня – это лучшее место, чтобы увидеть Москву от края до края. Добро пожаловать в небо! Dear guests, we are happy to welcome you at the highest building in Europe. Elevator speed is 7 meters per second. Time on the ground is 58 seconds.